британца и хозяина пса породы Джек Рассел Терьер по кличке Мисси зовут Алан Уитон. Как-то под вечер мужчина с верным четырехлапым другом пошел прогуляться. Собака играла с другой собаченцей и вдруг пропала, просто исчезла из поля зрения хозяина. Алан очень испугался. «Где пес? Куда делся?» Весь остаток вечера мужчина искал Мисси. Но безуспешно. Собаке след простыл. На следующий день рано утром Уитон расклеил повсюду объявление о том, что пропала его любимая собака, и тут же вновь пошел ее искать. Так прошло около трех дней. Хозяин был в безнадежном унынии и печали. И вдруг ему звонит какая-то женщина, которая живет рядом. Она сказала, что ее собака унюхала что-то там, где есть лисья нора, то есть неподалеку от места пропажи Мисси. Мужчина бросился на то место, где гулял с собакой, прихватив две ее любимые игрушки. На месте он приблизился к норе и положил на землю игрушки Мисси. Сам стал звать пса по кличке. Джек Рассел Терьер тут же ответил на своего голос хозяина и стал жалобно скулить. Уитон принялся раскапывать нору, однако это было непросто. Прохожие стали ему помогать. И через какое-то время им удалось добраться до пропавшей собаки. Трудно словами пересказать то, что испытал Алан, какие эмоции и чувства им обуревали, когда он увидел свою любимицу и то, что она в безопасности. Эту необычайно трогательную сцену снял на видео один из случайных прохожих. Да и Джек Рассел Терьер тоже был очень рад. Собака громко скулила, при этом дружелюбно виляла хвостом. Алан догадался, что его Мисси в тот день играла вовсе не с собакой. Она, вероятнее всего, помчалась за лисой, но в итоге оказалась в лисьей норке. На счастье, с собакой все нормально. Она ничего себе не повредила. Но чтобы такой же случай никогда больше не повторился, Алан планирует купить особый ошейник, снабженный зельштрекером. Тогда он сможет отслеживать местонахождение своей питомицы.